Друзья, всем привет! Ford Focus первый. Проблема в том, что у автомобиля происходит при движении, особенно на скорости свыше 60-80 км в час, происходит вибрация с левой стороны довольно-таки сильная. Итак, изначально человек приехал с просьбой отбалансировать колеса, посмотреть на кривизну дисков, потому что он переставлял уже колеса сзада наперед, слева направо и так далее. Проблему это не решало. Здесь, конечно, можно согласиться с тем, что да, диски может быть кривые, балансировка ушла и так далее, поэтому происходит вот такая вот вибрация на скорости. Это вполне допустимо, но здесь проблема оказалась немного в другом. Кстати, еще одно предположение, которое озвучил владелец, что если там сейчас, грубо говоря, балансировка и прокатка дисков не помогает, то, скорее всего, 100% подшипник. К слову, человек работает в такси, и в основном его поездки происходят по трассе, поэтому вот эта вибрация, особенно на трассе, очень ощутима. Здесь самое простое, что можно сделать, что, собственно говоря, мы и сделали. Вывесили левое колесо и покачали его в вертикальной плоскости. То есть от себя, вот таким вот образом, за верх и низ колеса начали раскачивать. И амплитуда, в которой качалось колесо, говорила нам о том, что вышла из строя шаровая опора. То есть колесо довольно сильно болталось. Поэтому и на скорости происходили вот эти вот самые вибрации. То есть шаровая опора уже не держит. Там внутри самой шаровой опоры разбивается пластиковая обойма, в которой стоит сам шарнир и начинает, так сказать, болтаться. Сама по себе шаровая хорошая должна туго-туго ходить, либо вообще ее невозможно вручную повернуть, да? Либо она должна очень-очень туго ходить, но никак не должна болтаться. То есть когда вы снимаете шаровую, если палец там вот так вот болтается, то здесь уже, как бы, говорить не о чем. Шаровую нужно менять. Менять их нужно, конечно же, желательно барами, чтобы, так сказать, уже закрыть эту тему, потому что, скорее всего, ресурс второй шаровой тоже подходит. Надеюсь, эта информация была кому-то полезным. Если вам понравилось, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на каналы, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Все ссылки будут в описании. Всем добра, всем пока.